Boink. I'm feeling tired Эй, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в игру The Sims 4. Мы вернулись в дневник видеоблогера, и сегодня нас с вами ждет знакомство с еще одной семьей. Ну как знакомство? Скорее всего, многие из вас сразу же узнают этих персонажей. Но первое, что мы с вами сделаем, это устроим экскурсию по их небольшому домику, который находится, конечно же, в Копердейле. Итак, мы с вами заходим и сразу же попадаем в небольшую прихожую-столовую-кухню. Как я уже сказала, домик действительно небольшой, но достаточно уютный. Мы с вами проходим чуточку дальше, попадаем в гостиную и сразу же видим Кристиана. Кристиан решил сегодня поработать допоздна, сегодня у нас суббота, ему не нужно отправляться завтра на работу, поэтому он решил подготовить все проекты, отчеты и решил, что лучше он сегодня уже доделает все дела и сразу же отправится отдыхать. Ну а мы с вами продолжаем экскурсию, мы с вами проходим вот сюда и сразу же попадаем в небольшую ванную комнату, ну а рядом с ванной комнатой находится спальня и Лана уже отдыхает. Как вы помните, в первом сезоне дневника видеоблогера между Ланой и Кристианом достаточно долго выстраивались отношения. Сначала у Кристиана был роман с другой девушкой, кстати, об этом мы с вами поговорим чуточку позже, но затем он обратил внимание на Лану. Долго ребята не могли понять, есть ли между ними какие-то чувства или нет, но затем Лана поняла, что ей нравится Кристиан, Кристиану очень сильно понравилась Лана, и в итоге они стали парой. И, между прочим, у них отношения действительно прекрасные, в отличие от Ми и Лео. И сейчас мы с вами пройдем вот сюда. За этой дверью находится спальня их детей. Но, как вы видите, здесь темно, кровати пустые, я вам сейчас объясню, где детишки. Ну и мы с вами сейчас посмотрим, что здесь есть. Как вы видите, комната не очень большая. Здесь два есть небольших столика, есть телевизор, есть гитара. Есть небольшой шкафчик для одежды, ну а возле этой стенки находится лестница, которая ведет на чердак. И как вы видите, ремонт здесь сделать не успели. Дело в том, что когда Лана и Кристиан купили этот дом, они решили сразу же сделать ремонт на первом этаже, а чердак оставили на потом. Но что-то мне подсказывает, что в итоге никто здесь ремонт делать не будет. Дело в том, что на чердак можно попасть только из комнаты детишек. Поэтому Дженни и Патрик решили, что теперь чердак это их убежище. Они подняли сюда кое-какую мебель и довольно часто проводят здесь время с друзьями. Они любят слушать музыку, играть в настольные игры, играть в дартс. Ну а Дженни, которая мечтает стать певицей, довольно часто здесь тренируется. Но, как вы видите, пока что на чердаке находится только Дженни. У Патрика сегодня какие-то важные дела, поэтому он до сих пор еще не вернулся домой. Мы с вами возвращаемся в гостиную, и как вы видите, здесь есть еще одна дверь, которая выводит нас с вами на улицу. И здесь находится небольшой домик. Через этот домик мы с вами можем спуститься вниз и мы попадаем в подвал. И в подвале находится небольшая студия Ланы. Как вы помните, Лана всегда мечтала быть певицей. Она хотела играть на гитаре, выступать в группе. Поэтому, когда они купили этот домик, она решила облагородить подвал, и здесь она занимается музыкой. Но что самое интересное, Лана не хочет, чтобы ее дочь тоже становилась певицей. Дженни мечтала выступать, она очень сильно хотела петь, но вот Лана почему-то не приветствовала тот факт, что Дженни хотелось тоже стать известной. Поэтому Дженни решила втихаря здесь организовать для себя такое вот местечко, где она частенько выступала перед друзьями, и когда-нибудь она надеялась, что сможет тоже стать известной и сможет выступать на большой сцене. А вот почему, кстати, Патрик до сих пор из чаепития не вернулся, это я не знаю. Ну что, давайте будем переходить в жизнь. Мы с вами сейчас посмотрим, чем же занимается наш Кристиан. Кристиан подает документы в суд. Если же Лана смогла исполнить свою мечту, и сейчас она является довольно-таки серьезным исполнителем, она серьезный музыкант, и, кстати, через 13 часов ей нужно быть на работе, то, к сожалению, Кристиан не смог пойти по тому пути, по которому он хотел пойти, как вы помните, он учился вместе с Джеймсом, с другими ребятами, и он хотел быть программистом, хотя на самом деле он был сынком достаточно богатого отца. Не первое время вообще он торговал наркотиками, но, знаете, затем, видимо, Лана на него хорошо повлияла, и он все это забросил. К сожалению, пойти дальше в программисты ему не удалось. Его отец узнал про все его деяния и в итоге решил, что пускай его сын станет адвокатом. Кристиану это совсем не было интересно. Он все же надеялся, что когда-нибудь, возможно, он сможет открыть какую-то свою фирму. Может быть, когда-нибудь он сможет куда-то перейти работать. Но пока что он работает начинающим адвокатом, и ему нужно было подготовить кое-какие отчеты. Он не хотел себе портить выходные, поэтому он решил поработать ночью. Ну и мы, наверное, не будем ему мешать. Ну, как вы видите, сейчас Дженни решила немного потренироваться, но я вижу, что она проголодалась. И я думаю, что мы скоро ее отправим на кухню, чтобы она перекусила. Давайте посмотрим, что у нас вообще есть на перекус. Я думаю, что она с удовольствием скушает бутерброд с ветчиной. Ну и затем мы, наверное, попросим ее отправиться отдыхать. И, кстати, наша Дженни достаточно умный персонаж. Если ее брат Патрик, ну, периодически прогуливает школу, не ходит на занятия, то Дженни достаточно серьезно относится к учебе. Она ходит в библиотеку, готовит все курсовые работы. И, в принципе, она отличница. Подождите-ка, а это кто? Алекс Мойер? А что ты здесь делаешь, Алекс? Я не знаю, кто это такая и что она тут делает. И почему ты вообще сюда пришла? Уходи! Ты не живешь в этом доме. Иди занимайся своими делами. Кстати, по поводу тайн. То, что я вам говорила в самом начале, тайна, связанная с нашим Кристианом, о которой, конечно же, знает Лана, но другие друзья Кристиана и Ланы не знают об этом секрете. Давайте мы с вами перейдем вот сюда и перейдем к родословной. Дело в том, что у Кристиана, когда он был молодым, были связи с Джейд. И у них родилось двое детей. У него есть дочка Саванна и сын Герман. Но, как вы понимаете, Кристиан никогда с ними не общался. Была стычка с Джейд, когда Джейд ему сказала, что как бы вот так и так у меня от тебя родились дети. У них была короткая связь, он пригласил ее как-то после клуба, и она забеременела. Но Кристиан от этого всего отказался, он сказал, что я ничего не знаю, мне это все неинтересно, вообще ты все это придумала. И, конечно же, с детьми он не общался. Но, возможно, когда они стали старше, им станет интересно. А может быть стоит поближе познакомиться с отцом? Может быть, им стоит узнать, кто такой Кристиан и что его связывало с Джейд. Слушайте, 4 часа утра. Давайте-ка мы, наверное, отправим Патрика домой, посмотрим, как у него делишки. Патрик у нас действительно любитель иногда прогуливать школу, иногда он любит тусить вместе с друзьями, но больше всего на свете он обожает играть в настольные игры. Он даже планировал организовать небольшой такой клуб, но пока что в Коппердейле он знает немногих ребят, поэтому он не знал, как они к этому всему отнесутся. Давайте мы его отправим отдыхать, я думаю, что мы сейчас попросим и Дженни, так, все, заканчивай петь, потому что, может быть, ты разбудила всех соседей, поэтому к тебе уже сюда поднимаются и говорят, что ты делаешь, почему в 4 часа утра ты шумишь, мы тебя слышим с другого конца Купердейла, слушайте, к нам еще Ука пришел, до свидания, всего хорошего, вы ошиблись. Вам здесь нечего делать. Мы сейчас с вами отправим Дженни перекусить, и я думаю, что на следующий день она, конечно же, отправится в библиотеку. То, что я вам и говорила. На первый взгляд, когда другие персонажи видели нашу Дженни, они думали, что, может быть, она какая-то неформалка, может быть, она занимается музыкой, может быть, еще чем-то. Но затем они узнавали о том, что Дженни действительно очень серьезно относится к учебе, поэтому я думаю, что... Утром в субботу она отправится в библиотеку. Она постарается взять с собой Патрика, и заодно она надеется, что сможет там встретить парня, который ей очень нравится. Ты чего здесь улегся? Почему он решил здесь отдохнуть? Нет, может быть, он решил, знаете, минут на 15 прилечь, немножечко поспать, и затем, наверное, отправиться работать дальше, потому что ему действительно нужно справиться со всеми отчетами, которые у него накопились. Суббота, 11 часов утра, а Дженни и Патрик уже приехали в библиотеку. Настроение у Дженни было такое себе, она не выспалась и прекрасно понимала, что ей придется провести в библиотеке практически весь день. Она собиралась сделать домашнее задание, подготовиться к экзаменам, а вот Патрик совершенно не планировал весь день проторчать в библиотеке с сестрой. Он, конечно, пообещал маме, что поедет в библиотеку вместе с Дженни, но он же не обещал, что весь день будет сидеть за учебниками. Поэтому после того, как он сделает домашнее задание, он собирается отправиться в чаепитие Сегодня Хэллоуин. И он собирался встретиться со своими друзьями, чтобы пригласить их на вечеринку, которая будет проходить в их любимом ночном клубе. Поэтому давайте сейчас вместе с Дженни мы отправимся на второй этаж, посмотрим, где у нас есть свободный компьютер. Вот здесь, бегом. Давай-ка мы с тобой перейдем в старшую школу и будем готовиться к экзаменам. Ну а Патрик, наверное, все-таки постарается сделать домашнее задание. Хотя первое, что я хочу сделать, посмотреть, кто у нас тут есть интересный. Может быть, кто-то из друзей уже здесь гуляет, и мы сможем с вами сразу же пригласить нашего друга или подругу на вечеринку, но я так понимаю, что в 12 часов, уже 12 часов на часах, я так понимаю, что пока что здесь никто не гуляет. Ну хорошо, тогда давайте мы его попросим все-таки сделать домашнее задание, пускай он подготовится, а затем через часик-два он отправится в чаепитие. Я думаю, что затем к нему присоединится Дженни, потому что я не уверена, что она захочет весь день сидеть в библиотеке. Да, она у нас, конечно, девочка умная и всегда готовится к экзаменам, всегда делает домашнее задание, но, конечно, ей тоже хочется сегодня, особенно в жуткий день, провести время вместе с друзьями. Она даже себе уже костюм подобрала для вечеринки. И, конечно, она хочет на нее отправиться, потому что там она надеется встретить парня, который ей очень и очень нравится. И пока она работает за компьютером, давайте я вам расскажу о парне, который действительно ей нравится и с которым она хотела бы попробовать построить отношения. Я думаю, что две серии назад, вы помните, мы с вами встретили Стивена. Такого вот симпатичного парня, который перед всеми девчонками любит выпендриваться. И на вечеринку в ночной клуб он приехал вместе с Дженни. Он Дженни всегда воспринимал как свою такую вот закадычную подругу, как сестру. Но вот он не знал о том, что Дженни в него тайно влюблена. И она, конечно, хотела бы, чтобы Стивен обратил на нее внимание, и, возможно, они смогут построить отношения, но пока что она боялась как-то показать свои чувства, она надеялась, что, может быть, во время какой-то такой вот вечеринки, как сегодня, она сможет признаться ему в своих чувствах, и, возможно... Возможно, они смогут построить отношения. Но, с другой стороны, Дженни знала, что Стивену нравится другая девушка. Поэтому она не особо рассчитывала на то, что она сможет быстро привлечь его внимание. Давайте посмотрим, как делал Патрика. Слушайте, какой молодец! Он практически сделал домашнее задание. Но, ой-ой, ребят, сюда пришла директриса. Здравствуйте, мы делаем домашнее задание. Здравствуйте, всего хорошего! Интересно, а почему она сюда решила? Как вы думаете, а почему она решила в субботу отправиться в библиотеку? Можно, конечно, сейчас с ней немного поболтать. Может быть, мы сможем с ней обсудить экзамены. Может быть, мы с ней сможем школу обсудить. Давайте мы с ней вежливо поздороваемся и затем немного поговорим. Как у Патрика дела? У Патрика практически все отлично. Сегодня вечеринка будет проходить ночью, поэтому, в принципе, можно пока что не переживать из-за того, что на часах уже практически 2 часа дня. Кто тут идет? Это кто? Антонио. Нас Антонио не интересует. Я так понимаю, что либо все ребята сейчас готовятся к празднику, либо, возможно, они уже сидят вот в этом вот чаепитии. Кстати, как видите, там есть несколько столиков вот в этом вот заведении. И как раз вторым этажом занимался в свое время Патрик. Патрик очень любит играть в настольные игры, и вместе со своими друзьями он проводит время либо же у них на чердаке, либо же в чаепитии. Ну и, конечно, он собирался сегодня тоже какое-то время провести там с друзьями. Но пока что что-то я никого не вижу. Давай-ка ты иди, пожалуйста, сюда. Вот видите, кстати, Лане нужно будет отправляться на выступление. Кстати, по поводу Дженни и Ланы. Я вам уже говорила о том, что Дженни действительно мечтает стать известной певицей. Но вот Лана все-таки против. Она не хочет, чтобы ее дочка становилась певицей, чтобы она где-то ездила, где-то выступала. Лана прекрасно понимала, что она прошла через огромное количество трудностей перед тем, как она смогла стать знаменитой певицей. Ну, относительно знаменитой. К сожалению, в итоге на мировых сценах она не выступала. Но несколько раз она брала с собой малышку Дженни на репетиции, и, конечно, Дженни это все понравилось. Плюс как-то раз коллеги Ланы сказали, что у Дженни очень красивый голос, что, конечно же, подстегнуло Дженни практиковать пение, и она хотела выступать и дальше, и перед друзьями, и на сцене. Но Лана сказала, нет, я не хочу, чтобы моя дочь прошла через вот эти вот все трудности, пускай она найдет для себя какую-то другую специальность. Поэтому Дженни, с одной стороны, конечно, всячески старалась хорошо учиться, она готовилась к экзаменам, готовила домашнее задание, но, с другой стороны, она надеялась, что когда-нибудь она выйдет на большую сцену и сможет спеть, и все будут в восторге. Кстати, я смотрю, что он пошел играть в шахматы, пускай пойдет немного поиграет. Патрику срочно понадобилось в туалет, и он решил забежать в чаепитие по-новому. Но когда он подходил к зданию, он увидел, что здесь также находится Сэнди, девушка, которая ему очень нравится. К сожалению, они не знакомы, он всегда боялся подойти к ней познакомиться в школе, но сейчас у него была прекрасная возможность наконец-то завязать с ней какой-то разговор, и, возможно, она обратит на него внимание. Но первое, что нужно сделать, это сходить в туалет. Давайте посмотрим. Я надеюсь, что туалет свободен, да. Бегом отправляйся в туалет, бегом. И затем мы можем подойти и поболтать немного Сэнди, только не уходи, я тебя прошу. Возможно, она приехала сюда купить какую-то одежду, может быть, она собирается тут с подругами встретиться, но, конечно, Патрик собирается воспользоваться этой ситуацией. Кстати, кто у нас тут находится? А здесь находится Элоиз. Вот, то, что я вам говорила, здесь у нас есть вот такая вот уютная комнатка, где периодически Патрик вместе с друзьями проводил время, то есть они либо встречались здесь, либо у них на чердаке. Ну и, как вы понимаете, здесь можно было еще завести новые знакомства. Нас не интересует ярмарка, спасибо. У нас тут есть более важные дела. Давайте мы сейчас попробуем смешно представиться. Попробуем представиться с Энди. Может быть, она обратит внимание на Патрика. Может, она скажет, а что ты от меня хочешь? Я не собираюсь с тобой разговаривать. Ты мне не интересен. Но, может быть, она захочет с ним познакомиться. Тем более, что он планировал ее пригласить на вечеринку. И я надеюсь, что она согласится. Я очень надеюсь, что она не откажет. Кстати, нам бы желательно с вами что-то вкусное заказать. Куда ты пошла? Куда ты пошла? Постой, пожалуйста. Может быть, мы с тобой э, в игры поиграем. Может быть, мы с тобой наверх поднимемся. Слушайте, вроде как она обратила на него внимание. Ей шутка понравилась. Так, это просто шикарно. Раз ей понравилась шутка, значит, мы с вами можем сейчас что-нибудь вкусненькое заказать. Давайте закажем чай с шариками чай с шариками и манговым молоком. Мы можем сейчас посидеть, немножечко здесь поболтать. Можем, конечно, пригласить ее наверх, может она захочет с нами поиграть, но я не думаю, что ей будут интересны настольные игры. Патрику всегда казалось, что Сэнди довольно высокомерна, но с другой стороны, как вы понимаете, сердцу не прикажешь, поэтому он хотел бы узнать ее чуточку получше. Давайте мы ей поднимем настроение, только, пожалуйста, сядь здесь. Сядь здесь и поболтай с ней. Кстати, я вижу, что их друзья сегодня не собираются в это заведение. Очень жаль. Хотелось бы, конечно, увидеть кого-то еще из знакомых, чтобы они вместе могли отправиться в клуб, потому что, как вы понимаете, сразу после того, как Дженни закончит свои подготовительные занятия, они собирались сразу же ехать в Эвергрин Харбор. Э, здравствуйте, Жены. Вы нам не особо интересны. Мы тут хотим вдвоем поговорить. Можно, кстати, пойти немножечко поболтать на втором этаже. Можно пойти потанцевать. У нас, как вы видите, здесь есть вот такая вот площадка. Но я думаю, что с Энди не особо это все интересно. Мы должны заявить королевское особо на выпускном. Серьезно? Хвастаться мозолем? Ну, похвастайся. Мне кажется, что сейчас Патрик будет ляпать что-то непонятное, что-то странное, потому что он не знает. Знает, о чем говорит с этой девушкой. Она ему очень нравится, но он как-то, знаете, ну, не то чтобы растерялся, когда она на него обратила внимание. Ну, кстати, привет! Сюда еще и Аманда пришла. А, давай мы тебе тоже похвастаемся мозолями. Мне кажется, Аманда тоже сюда приехала, чтобы собрать компанию и отправиться на вот эту вот вечеринку. Патрик знаком с Амандой, и в принципе у них хорошие отношения. Но вот Сэнди, он никак не мог найти общий язык. Он все время боялся, что он что-то не то скажет. Конечно, они в школе пересекались, но у них были абсолютно разные компании. Давайте поговорим о прошлых вечеринках. Расскажем, как часто мы бываем в Эвергрин Харбор, и что там есть много чего интересного. И вообще, не хочешь ли ты с нами сходить в ночной клуб? Может, ты с нами захочешь провести? Провести время, я надеюсь, что она не откажет. Будет, конечно, очень грустно, если она откажет, но я хочу похвалить ее наряд и давайте попробуем попросить провести время вместе. Скажем, что сегодня вечером планируется вечеринка, я вот жду, когда сюда приедут все мои друзья. Может быть, ты захочешь с нами пойти на эту вечеринку? Мне кажется, что она не откажет. Ну, судя по всему, у нее настроение хорошее. Ладно, я могу еще немного побыть. Но, конечно, она может побыть, тем более, что она надеялась, что сможет встретить там парня, который нравится. И, как вы понимаете, ей нравится тот же парень, что и Дженни. И вот тут может возникнуть небольшой конфликт. Давай вместе пойдем поиграем. Давай пойдем вместе поиграем, где наша Сэнди... Пойдем играть. Пойдем, пойдем, пойдем. Тут так интересно, тут так здорово. Слушайте, а может быть Сэнди понравится играть в игры? Вы представляете, Сэнди согласилась поиграть вместе с Патриком. Я, конечно, понимаю, что пока что он не знает, как себя вести. Вроде бы она выглядит действительно очень веселой и интересной девчонкой, но может быть на следующий день, когда они пересекутся в школе, она даже не обратит на него внимания. Но в любом случае, он очень хотел, чтобы она сегодня приехала в ночной клуб. Может быть, они там потанцуют, выпьют какой-нибудь коктейльчик, и затем он сможет попробовать, ну не то чтобы признаться в своих чувствах, но намекнуть ей, что он ее считает весьма привлекательной девчонкой, и может быть, им стоит попробовать построить какие-то отношения. Тем более, что, как вы видите, она ему улыбается, смеется над его шутками, и, скорее всего, он тоже ей нравится. Ну что, друзья мои, уже на часах 8 часов вечера. Я думаю, что наши ребята уже будут готовиться к вечеринке. И вы только посмотрите, как Патрик смотрит на Сэнди. Мне кажется, что и ей он нравится. Но, ну, по крайней мере, возможно, она в нем видит довольно симпатичного молодого человека, с которым можно провести этот вечер. Ну а Патрик надеется, что, возможно, он сможет привлечь ее внимание. Из чаепития Патрик решил вместе с Сэнди сразу же отправиться в ночной клуб. А вот сообщить об этом Дженни он как-то забыл. Она приехала к самому началу вечеринки, немного промокла, и, конечно, она сейчас немного нервничает потому что она не знает, приехал ли Стивен на эту вечеринку и вообще, как она будет проходить. Но я думаю, что вы уже обратили внимание, что здесь есть достаточно много знакомых нам персонажей. Давайте посмотрим, может быть, Стивен все-таки приехал? Я так понимаю, что Патрику, конечно, сейчас было не до Дженни. Раз его подружка согласилась приехать на эту вечеринку, он планировал сегодня покорить ее любыми возможными способами. Что-то нас с вами нет, вроде бы нас с вами туда забросило, а то мне уже показалось, что мы с вами отправились немного не в ту комнату. Подождите, ребят, а что-то я не вижу. А что-то я не вижу. Да ладно. Давайте посмотрим, Патрик все-таки приехал? Да, он приехал. Я думала, что он застрял вот здесь, в стенке. Я вижу, что Сэнди выбрала себе достаточно симпатичный костюм ведьмочки. Давайте, может быть, мы попросим Патрика, чтобы он сейчас сделал Ей комплимент. Перейдем с вами в романтику, ну и попробуем с ней немножечко... Нет, флиртовать пока не будем, давайте похвалим внешний вид. Мы же должны сказать, что она выглядит просто прекрасно. Ну и посмотрим, как дела у Дженни. Она, видимо, очень переживает, не хочет пока что заходить, но, дорогая моя, тебе нужно зайти. Я надеюсь, что сюда все-таки приедет Стивен. Самое интересное, что Патрик пригласил Стивена, но, может быть, он отказался, может быть, он не захотел сюда приезжать. Давайте, может быть, попросим какой-нибудь... Вкусный напиток. Закажи, пожалуйста, любимый напиток. Может быть, затем мы поболтаем с девчонками. Кстати, сюда приехала Хоуп, и сюда приехала Джуди. Давайте глянем, кто еще из наших. Подождите, Стивен приехал! И вы только посмотрите, оказалось, что он и Дженни выбрали одинаковые костюмы. Я так понимаю, что он немножечко опоздал такой вот прибежал. Простите, пожалуйста, я немножечко самую малость опоздал. Я бы хотела, чтобы мы сейчас немного с ним дружелюбно поболтали. Восторгаться солнцем. нет. Давайте повосторгаемся любимыми певцами. И я вижу, что сюда еще приехала присыла, сюда приехал Райан. Слушайте, приятно. Я думала, что кто-то из ребят может отказаться. Я вижу, что и Бен общается вместе с Патриком, общается с Энди, но что-то мне подсказывает, что Бена нужно отправить вниз на танцплощадку. Он здесь немножечко. Вот самую малость лишней. А, смотрите, ребята, Патрик очень устал, у него осталось не так много времени, но он должен попробовать поблагодарить Сэнди за то, что та пришла на вечеринку, и он должен попробовать, ну, разделить восторг, конечно, это такой крутой праздник, я рад, что ты сюда пришла, а мы с вами глянем, как дела у Джени. Ребята, он подсел сюда, он подсел забарную стойку, ну да, они же друзья, то есть мы можем с ним сейчас здесь посидеть, поговорить, мне кажется, что он против не будет. Но меня очень радует, что они выбрали одинаковые костюмы. Вы представляете, как оно совпало? Она не планировала выбирать такой же костюм, что и Стивен. Она не знала, какой костюм выберет Стивен. Но вот видите, как получилось. Давайте изольем чувство. Может быть, она расскажет о том, что сегодня целый день она провела в библиотеке, и вообще она устала, и вот эта вот вечеринка. Хотелось бы, конечно, как-то тихо, спокойно провести этот вечер, но мне брат сказал, что нужно обязательно поехать. Давайте, может быть, мы его тоже поблагодарим за посещение. Но, как вы знаете, Стивен нравится еще и Сэнди. Ну и, конечно, между этими барышнями наверняка будет какой-то конфликт. Вы посмотрите, она сразу же приперлась сюда. Ой, да, тут же Стивен рядышком. Я тоже подойду и с ним немножко поболтаю. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Мы будем здесь стоять и общаться. Вот только чем занимается Патрик, мне не очень понятно. Он решил пойти поиграть? Серьезно? Давай, может быть, ты потом пойдешь поиграешь. Но нам сейчас нужно провести время вместе с Сэнди. Ребята, куда Сэнди отправилась? А давайте мы отправим этих двоих потанцевать. Давайте мы попросим петь вместе. Нет, не надо танцевать медленно. Давайте танцевальная битва вместе с Сэнди. Мы же должны показать, что мы действительно очень веселые ребята. Мы можем зажигать на вечеринке. Так, а здесь у нас кто? Подождите, Аманда тоже себе выбрала костюмчик ведьмочки. Я так понимаю, что в этом году это один из самых-самых популярных костюмов. Кстати, мы можем затем попросить нашу Джейни, чтобы она что-нибудь спела. Но пока что, видите, они тут развлекаются, они что-то репетируют. Может быть, у них, кстати, будет выступление в школе. Поэтому Дженни, знаете, решила привлечь его внимание, что, мол, может, ты мне поможешь порепетировать, я хочу, чтобы у меня все прошло гладко, в общем, помоги мне, пожалуйста, чтобы он не обращал внимания на Сэнди. То есть у Дженни, как вы понимаете, есть свои планы. Давай, может быть, мы болтать про нереальный спуск, в общем, поговорим на разные интересные темы. Главное, чтобы он не отвлекался на Сэнди. Ну а Патрик... Ребята, а чего это она на улице стояла? А почему это она на улицу вышла? Так, а ты чем тут занимаешься, дорогая моя? Вон там какие-то пакетики летают. Ребят, как вы думаете, с кем она общалась? Кому она написала смс? -ку? Нет, может быть она, конечно, решила аккуратненько написать сообщение Стивену, мол, я вижу, что ты там сидишь болтаешь, а может быть ты со мной захочешь время провести. Но мы так... Ребята, по-моему, она действительно ему написала. Она действительно ему написала. Как обидно. Давайте попросим, чтобы нам здесь поставили что-нибудь вкусненькое, например сыр на мясную тарелку. но вот прям совсем неприятно. Вот прям совсем неприятно. Давайте игры пообсуждаем. Поговорим на какие-то темы, которые будут интересны Стивену. Может быть, мы повосторгаться с Я не думаю, что ему это интересно. Давайте про дополнительные навыки. В общем, попытаемся его сейчас разговорить. Давайте мы пригласим всех за стол. Ну и как дела у Патрика? Ребята, он смог с ней пойти потанцевать. Да ладно, да ладно, он смог ее пригласить. Я уже ни на что не надеялась. Мне нравится, что присыла крутится возле Райана. Да ладно, он ей нравится, серьезно, вот это... Ребята, куда это они пошли? А, они все пошли брать местную тарелку. Ну, правильно. Пускай они пойдут покушают. А мы сейчас попробуем вместе с Энди немножечко позажигать на танцполе. Мне нравится, что сюда пришла даже Джуди. Но у нее вообще какая-то своя атмосфера. Понимаете, она там о чем-то своем думает. Но, кстати, обратите внимание, что у Патрика огромное количество друзей. Учитывая, что они все недавно переехали в этот городок, он уже успел со всеми разнакомиться, со всеми соседями, друзьями. Ну и, конечно, он действительно очень общительный парень. Надо, чтобы Дженни все-таки произвела какое-то впечатление. Так, мне это не нравится, ребята. Стивен и Хоуп? Серьезно? Стивен и Хоуп? Или Стивен и Присцилла, как думаете? С кем это он сейчас пытался пофлиртовать? Ой, селфи делать. Ну, конечно, три девушки возле него сидят, и он такой решил так. Мне нужно срочно сейчас нахвататься комплиментов. Поэтому, девочки, смотрите, какой я красавец между прочим, Бен сейчас общается с Райаном, у них очень хорошие отношения, но, кстати, жалко, что Райан не смог пригласить своего возлюбленного. Вы же знаете, что ему нравится дворецкий, который у них работает. И, конечно, он бы хотел с ним провести время, но у нас сейчас такая тут тусовка, поэтому ладно. Подождите, а куда пропала Сэнди? Давайте посмотрим. Здесь находится Аманда, здесь присыла, здесь Райан, здесь ее нет. Подождите, она вернулась. Нет, это Джуди. А где же Неужели она уже ушла? Неужели Сэнди... А, вот где Сэнди. Слушайте, давайте попробуем к ней подойти и немножечко... Ну, немножечко позаигрывать. Я не знаю, из-за этого что-то получится или нет, кстати. Будете смеяться, но Патрик уже успел поругаться с Хоуп. Давай, отправляйся. В смысле ты отрубаешься? Нет, ребята, но ну как же так? Как же так? Нам нужно срочно попытаться пофлиртовать с ней. Стой, не убегай, Сэнди подожди, нам нужно с тобой серьезно пофлиртовать, ну, в смысле, поговорить. Ребята, она остановилась, она уже никуда не бежит. Они сейчас тут в туалете будут общаться, вот это уже интересно. Вот это уже очень даже интересно, потому что здесь, как видите, больше никого нет, и, может быть, Патрик попробует сейчас ей, ну, не то чтобы в любви признаться, но как-то намекнуть на чувства. Ребята, сейчас будет кое-что интересное. Да ладно, ей приятно было это услышать, ну тогда давайте попробуем сделать следующий шаг. Давайте дерзко позаигрываем, и затем мы можем попробовать прилюдно признаться. Давайте попробуем прилюдно признаться в любви. Будем считать, что, возможно, он выпил чего-то лишнего, и потом, если что, он скажет, слушай, я действительно немножко перебрал. Нет, не отключайся, пожалуйста. У нас же с тобой такое важное дело. Правильно, отключись возле двери, чтобы она не могла здесь пройти. Мы должны попробовать, ребят. Нужно попробовать сейчас ей прилюдно признаться в любви. В крайнем случае, как я уже сказала, как я уже сказала, он скажет, что немножко перепил. Нет? Ребята, ей не понравилось. Ей не понравилось то, что он ей сказал. Вот это прям очень обидно. Ну, хорошо, давайте попробуем немного поговорить со Стивеном. Все-таки Стивен же захочет... Стой, куда ты идешь, ты идешь им мешать, Стивен. Не надо. Пойди еще с ним немножко поболтай, кстати, они могут пойти немножечко поиграть в настольный теннис. И затем, может быть, может быть, она тоже попробует сделать первый шаг. Но что-то мне подсказывает, что с первым шагом у нас тут появляются кое-какие проблемы. Ребят, мне так жалко Патрика. Он попытался, он так хотел ей признаться сегодня в любви. Он так хотел как-то, знаете, произвести впечатление. Выбрал такой стильный костюм, ладно, иди там вздремни. Он выбрал такой наряд, специально заезжал, покупал этот костюм в магазине. А в итоге получается, что она просто посмеялась, и ей это все было неинтересно. Ребята, они тоже поругались. Да вы что, издеваетесь? Вы серьезно? Я хочу, чтобы вы просто пошли и поиграли немножко. А может быть у Стивена вообще к Дженни нет никаких вообще чувств? Может быть, он только раздражается, когда такие разговоры поднимаются. Но вам не кажется, что это действительно очень странно? Он вроде как с Джени общается, но на все ее попытки как-то, ну, пофлиртовать, позаигрывать... Он вообще не обращает никакого внимания. Нет, конечно, может быть, она ему не особо нравится. Но мне нравится, что Хоуп здесь бегает туда-сюда, туда-сюда. Я понимаю, что идет дождь, но, блин, ребят, ну идет себе идет. А особенно мне еще нравится, что здесь ходит Питер. То есть он у нас действительно подтверждает э, тот факт, что он любит всякие тусовки, вечеринки, но что меня радует, пока что он тут ни с кем не флиртовал. Ребята, Мия сюда пришла. Да ладно. На вечеринку пришла Мия. А мы с вами знаем, что у Мии и Лео сейчас есть проблемы в отношениях. Я не знаю, может быть она ради кого-то сюда пришла, может быть у нее какие-то были планы, может быть она с кем-то встретиться собиралась. Я смотрю, что хоуп! Хоуп! и Аманда решили друг друга попугать. Но в любом случае, я смотрю, что, конечно, сегодня не самый удачный день. Так, 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 подождите, подождите, подождите. Сегодня не самый удачный день в их отношениях. Ребята, хотелось бы, чтобы они еще как-то, ну ладно, давай веселые, хорошо. Пошути о моде, только не уходи, я тебя очень прошу. Ребята, а мы уже ничего не можем сделать. Мы можем пообсуждать интересы, но как-то пофлиртовать они уже не могут. И что-то мне подсказывает, что Стивену, к сожалению, неинтересно Дженни. Но вот абсолютно неинтересно. То есть она как-то всячески пытается привлечь его внимание, она пытается как-то и пошутить, и пародию показать. А Стивен, знаете, на нее, конечно, смотрит как на подругу, но большего он в ней не видит. Хотя я понимаю, что Дженни точно не будет терять надежду на то, что она сможет привлечь его внимание, но вот как это сделать, она пока что не имеет никакого понятия. Но я надеюсь, что когда-нибудь она все-таки сможет разобраться в своих чувствах и поймет вообще, нужен ли ей Стивен или, может быть, ей нравится кто-то другой. Ну что, друзья мои, в этой серии мы встретили еще одну семейку, которая будет играть очень важную роль в нашем проекте. Что будет дальше, узнаем уже в следующей серии. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока.